башке постучу, дятел. Здорово, красивый, как там столица России? А чё короткие штаны, сейчас чё так типа стильно? Чё, сколько зарабатываешь, чё за тачка? А я вот тоже собираюсь бизнес выфигачить. Пока не знаю, автомойка или сервис. Что тяжело с движухой, поменялся мэр здесь. Наташка с пятого, ну знаешь, бывшая твоя. На всякий случай сообщу, теперь уже моя. У нас уже четвертый год растет сынишка. Ему сейчас как раз будут твои штанишки. А так из новостей у нас тут кот наплакал. Ну из последнего в маршрутке родила собака. На выходных пивасик, а по будням пашем. Короче, нет места краше, где всегда все наши. Эй, сколько стоит билет, чтоб туда улететь и хорошо тебе? Эй, где тебе все знакомо? Где ветер теплее, где пахнет домом? Эй, сколько стоит билет, чтоб туда улететь и хорошо тебе? Корни, скоро где тебе все на знакомо? СТС. Где ветер теплее, где твои корни? Я стоматолог, я в рот смотрю. А ты прямо в душ. Филатов. Смотри все серии на Море ТВ. Активируй промокод и смотри 30 дней бесплатно. Знаешь, у меня что после первого развода было? Второй. А потом довольно-таки быстро третий. Так что, видишь, жив, как видишь. Так вот и я ему о том же. Жалко его. Мается. Что? Я про нашего главврача. С малышом все в порядке. Боюсь представить, что у него внутри. Видал? Пациентке нерв удалил, наверное. Может, надо было подождать, пока лидокаин подействует? А может, все-таки гинеколог не будет лезть в рот? Я вообще-то торопился, мне же тебе еще тальк купить, там надо полотенце, я не знаю, на первое время, пока живем вместе. Слав, спасибо тебе большое, но давай останемся друзьями. Я сегодня домой поеду. Мы просто поссорились с Алисой, вот просто поссорились. Надо сесть, спокойно обо всем поговорить. Давай на обход, а ты, может, покажешь травматологу. Да не пойду я туда, там Санька Леонов опять на какую-то ерунду деньги собирает. Андрей Ильич, а Бабунова на выписку берется? Анализы в норме. Может, отпустим? Маловероятно, маловероятно. Здрасте. Значит, Татьяна Александровна сразу после удаления кисты и на праздник. Да, конечно, у меня день рождения сына, ни за что не пропущу. Мы с мужем столько готовились, у нас там эти пираты, у нас торт. Пираты, конкурсы, осложнения, госпитализации. Болезненность в месте верхнего прокола уйдет в ближайшее время, но я вас никуда не отпускаю, хорошо? А у меня есть выбор? Нет. Давайте сделаем УЗИ и убедимся, что все показатели в норме. Алисы Игоревны нет. Я заметил. Случилось-то что? Нужно срочно обновить расписание и смс-рассылки клиентам. А Алиса Игоревна трубку не берет. Вот, а еще необходимы ее подписи. Кстати, можно ваши? Потому что без них он отказывается что-либо делать. Он это кто? А, он это наш сисадмин. Валерий. Виталий. И пока мне не подпишут расходный лист, я ничего делать не буду. Еще мне нужно 2 кулера в сервер. Не могу я тебе ничего подписать. Валерий. Виталий. Виталий, Марина, дозванивайтесь до директора. Когда она придет, она обязательно придет, она все подпишет. Вам что, сложно, что ли? Или это мне одному лично надо? Сообщите мне, когда решите вопрос. А я же могу его уволить? А. Увольнять сисадмина, когда у нас суператтестация, это... Да-да, логика понятна.
так приятно, что у меня есть человек, на которого я всегда могу положиться. За такую зарплату я имею право на небольшой перерыв. Твой перерыв, если я не ошибаюсь, из отделения травматологии. Поверьте, это не главное достоинство доктора Бирюкова. Да, главное достоинство доктора Бирюкова – это его красивая жена. Доктор Бирюков уже уходит. Я вся ваша. Лора, скажи, пожалуйста, ты не знаешь, где наш директор? Я думаю, вас больше интересует, где ваша жена. Согласен. Твоя формулировка более точная. А чай, кофе, Андрей Ильич? Да я вот за доктором Бирюковым допью. Дольки. Лимонные. Конечно. Советую. Ну что, без Алисы тут все ломаться начало, да? Пока нет. Но помоги мне решить эту проблему. Самый лучший секс у меня с козерогами. Хотя, нет, Влад, он близнецы. Но что самое интересное, когда мы с ним расстались, я случайно встретила Женю, а вот он как раз козерог, и это был огонь. А какой был вопрос? Принимаете ли вы противозачаточные? Вообще, я слышала, что они снижают либидо, и поэтому я предпочитаю естественные способы. А вы? А я продолжу вопрос. Завидую вам. Вокруг столько мужчин, врачей, все такие чувственные. Я на работе. Но если вдруг, ты только козероги. Они хороши в служебных романах. Хорошо. Да-да. Вик, я на секунду, простите, попрощаться зашел. Вы молодой человек, а вы случайно не козерог? Продолжим. Виталик, тебе жалко, что ли? Ну, сделай ты эту рассылку. А мы тебе подскажем, как с девушкой познакомиться. Я женат. Старшему 5 лет и двойняшкам 1 год. Резервная копия. Василий. Все еще Виталий. Виталий, как наша проблема? Скорее ваша. Хорошо, наша. Так вот, нам нужно, чтобы вы сделали свою работу. А нам нужна подпись директора и кулеры для охлаждения серверных. Да ну что ты заладил? Вон у нас забирай. Можно я не буду отвечать? Девушки, Валерий, в общем, 5 минут у вас на рассылку. Приступайте, пожалуйста. Я передам Валерию, а я Виталий, и я пойду уволюсь. Удачи. У Полины заболел репетитор, а у меня было всего 2 пары, поэтому мы приехали в наше родовое гнездо. Отец. Дочь. Что будет дальше? Дальше я пойду к пациентам, а вы можете... Ты будешь жить у тети Славика? Мама тебя выгнала? Почему? У тебя будут новые женщины? Ты начнешь пить? Мама будет тут работать? Ни у какого дяди Славика я жить не буду. Мама по-прежнему самое главное в моей жизни. После вас, конечно. Никто меня не выгонял. Мы просто поссорились. Самая серьезная ваша ссора была из-за того, как назвать Полину. А какие были варианты? Ну, Елизавета. Вторая. Так, с мамой я все решу. Слово папа. Уже ветер буйный поет за кормой. Чио-чио, Сань, я хочу быть с тобой. Только волны бьются на поле крутой. Чио-чио, Сань, я хочу быть с тобой. Угости чем-то. Так это не твоя еда. Да никто не заметит, если ты, конечно, сама не растрезвонишь. А тебя совсем не мучает чувство вины? Ты сейчас серьезно? А если бы пациентка умерла? У меня все было под контролем. Ладно, Алису Игоревну не видела? Тоже попрощаться? Но заявление обходное нужно подписать. Без нее не рассчитают. Нет, и они с Филатом поссорились. Это же прекрасно. Нет подписи, не уволен. Раз еще не уволен, есть шанс. Успею.
реабилитироваться. Ну, или забудут обо мне, пока будут отношения выяснять. Слушай, Андрюх, я, конечно, понимаю, что у вас династия врачей, но можно мне кого-нибудь, кому не 8 лет? Не дергайтесь, инфекцию занесем. Бешенство. Андрей Ильич, у Бабуновой температура. Лейкоцитоз 140. Хорошо, что не отпустили. Лора Павловна, между прочим, ваш начальник живет у меня, и я заслуживаю квалифицированную помощь. Слава, одна ночь ничего не значит. Готовьте операционную. Заключение УЗИ. Федь, не волнуйся, мы сейчас домой поедем. Ой, о. А горло покажите, пожалуйста. А что-то я не видел шоколада в нашем постоперационном меню. Да, нет, просто Петя вкусняшку привез. А что здесь такого-то? Желчный пузырь, аномально спазмирован. Поздравляю, я вас теперь точно здесь оставлю. Спазмолитик внутривенный и Татьяну в интенсив. Егор пока здесь, может быть, его подключить? Ну, Егор у нас теперь абсолютно свободный человек. Может делать все, что захочет. Андрей Ильич, я помню сейчас... Нет, это я. Секунду. Андрей Ильич, мы же первый раз это сами делали. Он спросил, не желаете ли сделать рассылку, да или нет. Мы не поняли, да, не желаем или нет, не желаем. Я нажала, и потом... Потом они все пришли. Позвоним Алисе Игоревне. Звоните, Женя. Звоните. Лора Павловна, здесь хаос на ресепшене. Нам нужна ваша помощь. Хочешь, чтобы я сказал что-то незаменимое, да? Хочется чего-то нового, Андрей Ильич. Я могу поговорить с Алисой по поводу твоей зарплаты. Андрей, черт с ней с зарплатой. С Алисой поменяли. Я с ней не ссорился. С айтишником-то тоже, я смотрю, не ссорился. Ну, нет, так нет. Да, мне нужна бесплатная парковка. Лора, у тебя машины нет. Дело принципа. Острая жирная еле. Вчера на девичнике. Вам гастроэнтерологу, а не гинекологу. Спасибо. Упадок сил – это не по женской части, это по общечеловеческой. А первичный осмотр у нас в 7-м кабинете. Далее к эндокринологу. Следующая зона компетенции Филатова сильно ниже вашей заклинившей шеи. Невропатолог Мануальчик у нас в 32-м кабинете. Я выбираю время. Время выбирает меня. Я выбираю апрельский. Остальные ждем 2 часа. У Андрея Ильича срочная операция. Я прошу прощения. Разрешите. Уважаемые клиенты, мы просим прощения за накладку. В скором будущем вы все получите СМС с актуальным расписанием. А сейчас клиника предоставляет всем бесплатный комплекс анализов на гормоны. Ну и дополнительную консультацию доктора Филатова. Анализы можно сдать прямо сейчас, пожалуйста, 2-й этаж. 18-й кабинет. Прошу, пожалуйста. Я выбираю тебя. Я выбираю тебя. Мне глаза твои напротив говорят, что ты не против. Спасибо. У себя? У вас. Представляешь, сколько опасностей в себе дает обычный поцелуй. Тебе как стоматологу следует об этом знать. А я знаю. Просто в институте я сосредоточился на профильных предметах. Что ж, тебе повезло. Я изучала этот вопрос, когда Трухин меня на танец пригласил. Что это еще за Трухин? И как это поцелуй связан с танцем? Ты такой наивный. Значит так.
Вы должны все все знать о Трухине. Кто это мы? Ну как кто? Мама, папа, я, Лиза, наконец. Так, договоримся сразу. Моя личная жизнь – это табу. Но раз уж на эту тему зашел разговор, успокойся. Я же не собираюсь за него замуж выходить. Вот это правильно. С этим не стоит торопиться. С другой стороны, ты для меня близкий человек, можно сказать, родной. И ты знаешь, я бы хотела видеть тебя на своей свадьбе. А в сложившихся обстоятельствах ты можешь до свадьбы просто не дотянуть. Ну вот, это мегаловирусная инфекция, мотоклиоз, это герпес, наконец. Привет. 48 пропущенных звонков. Даже Филимонов звонил. Филимонов? А кто такой Филимонов? Вот именно, кто это? Я думала, тут пожар. Ну, а тут пожар. Без тебя никак. Врачи не знают, что делать. Я не знаю, что делать. Вот, цветы. Пойдем пообедаем. Обсудим переаттестацию. Андрюш. Да. Твой план... заманить меня сюда? Дурацкий. Эти вопросы ты мог решить сам. Алис, я врач. Как и ты, между прочим. Что изменилось за 25 лет? Все изменилось, Андрюш. Ты просто это не успел заметить за всеми своими пациентками. Туши свои пожары самостоятельно. А ты куда? Главное, не волнуйтесь, это простая процедура. Я не волновалась. Ну, глядя, как вы волнуетесь. Добрый день. Планируешь до пенсии скрываться в аналах клиники и на глаза Филатову не попадаться. Отличный план. Неразбериха в семье – это прекрасно. Вам очень идет это платье. Будет нарывать, придется вскрыть. О, папа. Как пальцы. Жить будет. Как мама? Хорошо. Ушла неизвестно куда. На семинар поедет. Пробуждение богини. Но это не точно. Ну, я выясню. Слав, когда ты последний раз выяснял, это было 200 часов общественных работ. Так, во-первых, я не знал, что детская площадка, а во-вторых... А во-вторых, надо припомнить. Да нет, мне уже интересно стало. Ешь. Интересно и стало. Да. Сейчас буду. Все, давай. Цезарь будешь? Забирай. Сейчас к твоей маме поеду, надо подкрепиться. Давайте-ка ляжем, давайте ляжем, ляжем, ляжем. Температура 39, живот острый, тахикардия. Спазмолитики не подействовали. Исключаем холецистит. Сейчас я вас посмотрю. Ай-яй-яй! Холецистита исключаем. Операционную готовим?
Чувствуем свое тело. Чувствуем дыхание. И помните, йога – это не спорт. Это очень важно. Сушим. Вдох. Выдох. Никуда не торопимся. Слушаем себя. Добрый день. Как видите, у нас тут женская практика, но вы проходите. Да нет, эта богиня, по-моему, пробудилась уже полностью. Да нет, я, пожалуй, останусь. Но вы учтите, у нас тут продвинутый уровень. Я сам продвинутый, еще с десантура. Слав, ты же не служил. Военная кафедра была. Андрюх, срочно приезжай, у нас тут ситуация выходит из-под контроля. Я, конечно, их задержу, но пока не знаю, как. Чш. Слава. Алла. Слава. Маша. Татьяна, вы крайне везучий человек. Почему? Ну, во-первых, из-за нарушения режима и активной перистальтики возникли осложнения при удалении кисты. К счастью, нам удалось все вовремя устранить. А во-вторых? А во-вторых, у вас отличная семья. И праздник все-таки будет. Сюрприз! Привет, Боже, привет. Рюшечка, ой, мой хороший. Только, пожалуйста, без торта. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что не отпустили меня. Спасибо. Нормально, нормально. Андрюх, срочно приезжай, у нас тут ситуация выходит из-под контроля. Я, конечно, их задержу, но пока не знаю, как. До свидания. Ну, как тебе день? До свидания. Йога – это прекрасно. Забываешь про проблемы? Ну, проблемы. Проблемы надо уметь отпускать. А меня не надо отпускать. Теперь стало гораздо понятнее. Здравствуйте. Я Максим, инструктор по йоге. Поздравляю. Спасибо. Не прощайте меня. Нормально все. Просто так выглядит. Непривычно. Алис, ну это удар ниже пояса. Ниже пояса – это влезать в мою личную жизнь. Хотя это твой профессиональный профиль. Завтра поговорим с детьми. Им нужно объяснить, что как раньше больше не будет. Или ты тоже Славика пришлешь. Андрюха. Может, в клинику все-таки заедем? Да не, не надо, Андрюха. Мы в десантуре, не такое. Слав, ну в какой десантуре? Слушай, давай заедем за тапками тебе и за обезболивающим мне. Берлин свой по обмену ты не поедешь. Почему? Но и меня с кем оставить? Папа сказал, разберется. У нас все наладится. И я спокойно уеду. Ага. Уже разобрался. Завтра с ним серьезно поговорим. У меня есть четкий план.